Ребят, уже 10:30, и я сейчас понял, что мы, в принципе, могли прошлое видео записывать до этого момента, потому что мы еще что-то делаем. Алия сейчас... Что ты там делаешь? Музыку. Она, короче, музыку ищет на утренник, в садик. А я вот домонтировал видео. Ну, как бы она у меня есть, я просто доделываю. Она доделывает музыку, короче, на утренник. А я вот домонтировал видео, уже его сохранил, загрузил на YouTube. И вот теперь такой, думал посидеть, отдохнуть, а в итоге сейчас думаю пойти покушать. И захотел мороженку. Ты хочешь мороженку? Я хочу мороженку и мандарины. Я сейчас пойду кушать мороженку и мандарины. Приятного аппетита, если тоже идешь. Вот. Мы, в общем... Ника проснулась, она выходит из шкафа, я такая беру ее, кладу в этот лоток, такая думаю, давай в туалет сходи. Она не идет, я ее тыкаю туда, она не идет, я такая просто прикрыла клетку и жду, когда она сходит. Она взяла, в гамак залезла, спать легла. И клетка еще не закрыта, кстати. Идеально, сходила в туалет. Это еще полбеды. Знаете, как еще бывает? Она бывает... я, короче, здесь начал какую-то болячку трогать, и она у меня пухла, и я покраснела, капец. Знаете, как бывает? Она, короче, бывает вот так делает. Просится на улицу, ну, в смысле, из клетки, чтобы мы ее выпустили. Я ее заставляю сходить в туалет, она ходит в туалет, а потом такая выходит, бежит на полку спать. Че тебе не спится, блин, а? Че тебе в этом не спится? В своем месте, гамаке в твоем. Я, короче, за мороженкой пошел. Я такая подумала, что у нас же елочки нет, мы же украшать, что уж тут мишурой только, гирлянды в пару местах. Я думаю, может, я же наклейки, мы же вчера за наклейками ходили с тобой. И там же были всякие новогодние, может взять некоторые, например, есть на окна, которые можно на окошко сюда приклеить и туда на окошко, а еще наклеечки просто простые, вот так вот на шкафчике. Ты хочешь еще покупать наклейки? Да, вот на окна которые и на шкафчике так красиво приклеить, знаешь, как прикольно будет смотреться. Давай не будем. Почему? Не хочу деньги тратить на 3 дня. 100 рублей. Ну, не, на 3 дня уж. На 3. Нет. На 2. Нет. На 1. 4. На весь. 5. На весь 5, месяц 6. И через... Ага. А что такого-то? Да ну. Ну хотя бы на окна тогда. Ну хотя бы. Красиво же. Ну, такие ладно. Там всякие. Их же эти то, что на окна... Вы посмотрите, как она уговаривает. То, что на окна... Вот ты посмотри, как она уговаривает. Да блин, дай я скажу, а. Ой-ой-ой-ой-ой. То, что на окна клеят, каждый год можно клеить. Ее просто убираешь потом... Обратную упаковку и достаешь. Я тебе палец просто. Кстати, я вчера еще купила такие наклеечки. Мне они понравились. И вот такие вот, как стразики, что ли, я не знаю. Эти можно хоть куда клеить. Эти можно, в общем, хоть что украшать ими. Даже на кроссовки можно приклеить, оказывается. Но не то, чтобы держаться, конечно. На чехол телефона можно клеить. Да хоть куда. Смотрите, хоть тебе это... на лоб приклеить на Новый год. Это как 3D выглядит. Смотрите, вот так вот, когда делаешь. Вообще прикольно. Ема. Там хоть две пластинки. Там. Ребят, я только что вспомнил. Это же видео попадет уже в новый влог. А мы даже не поздоровались, так что... Всем привет! Привет! Давно мы не здоровались, кстати, вдвоем. Не начинали влог вдвоем. Обычно один из нас только кто-то начинает влог. Смотрите, она вот когда у меня так за ухо дергает, у меня вот здесь вот уже какая-то ранка появилась. Да ты прям дергаешься, и у меня в руках остается твое ухо. Знаешь, уже не только я начинаю замечать это, но Алия всегда во всех влогах не смотрит в камеру. Она смотрела в камеру из всех этих влогов, короче, 2 раза только. Вот ты мне объясни, ну, пожалуйста. Я не могу. Как я могу на черную точку смотреть, если я могу на ты себя посмотреть? Ты привыкни просто. Тебе нужно смотреть куда-то вот сюда. Вот, вот, видишь? Я даже пальцем закрываю, ребят. Я вас пальцем закрываю. Вот, короче.
Влог начинается, и он, видимо, будет точно таким же, как и вчерашний влог. Минут 30, потому что раз мы сегодня уже записали 4 минуты, завтра еще будут влоги. И тем более завтра я опять буду снег чистить, так что если тебе понравилось во вчера... если тебе понравились во вчерашнем влоге эти кадры, где снег медленно падает, такой водопад, все такая замедленная музычка, все дела, то в этом влоге они тоже, скорее всего, будут. Падает, падает снежок. А, не, подожди, не будет. Там же не наметет, наверное. Надеюсь. А, надеюсь, вообще там снега не будет, не надо будет чистить. Он идет. Слюня им подавился. Пока Илья монтирует, я буду кушать мороженку. Ты 25 лет. Вот вчера курицу, которую мы готовили, мы вам не показали же вчера. Вот. Это, короче, вот спина, это вот попка, это вот картошка, там еще мясо, там еще. Короче, вот как-то так выглядит. Вот. Эти тушенок. У нас не было в крышке, мы ее завернули в пакет. Потому что все не смогли съесть. Мороженка. Знаете, такой прикол, короче, после 10 часов вечера во мне хлещет энергии, и я такой начинаю. Алия, ты в курсе, что я еще молодой, и после 10 часов вечера я хочу тусить? Угу. Включай музон, давай тусить. Давай, музон включи. Да, сейчас, подожди. Да любой включи. Главное, чтобы авторских прав не было, а то забанят и придется вообще весь влог удалить. Здесь или страйк получше, вообще еще хуже. А как устоять тогда? Любой, любой ставь. Давай, давай. Чешется. О, ребят, мы же вам не показываем наши фоточки. Хотя вы их видели в этом, в Инстаграме. Либо ВКонтакте, в альбоме. Включай. Уже 50 секунд записываем видео. Ребят, я кое-что придумал. Мы, короче, возьмем. Алия, вставай, вставай, вставай. Я придумал. Чего? Сегодня мы запускаем новую одну фигню на нашем канале. Она, знаете, как будет называться? Мы в каждый день в наших влогах будем танцевать под музыку. То есть сейчас я нажму паузу на секундочку. Мы буквально найдем какое-нибудь место покрасивее. И я в этом видео отключу музыку, звук полностью, но включу погромче музыку. И мы будем подтанцевать. Но при этом мы не знаем, какая это музыка будет. А во время монтажа, какая музыка будет во всем влоге, такая будет в этом месте. И посмотрим, попадаем мы в такт или нет. Ну, в смысле, давайте просто сейчас вот на этом видео посмотрим, получится у нас или не получится. Алия, короче, вообще не может начать никак танцевать, потому что она без музыки вообще не может. Поэтому я сейчас попытаюсь ей какую-нибудь песенку напеть, но звук я все равно отключу, чтобы вы не слышали, как я пою. Потому что я пою... Вот так ужасно! Он врет. Нет, так я пою. Он врет. Нет, я так пою. Все, давай. Все, знаю. Алия говорит, что фигня. Я уверен, что это фигня, но я думаю, что хоть чуть-чуть, ну, весело получится, потому что наши влоги проходят всегда однообразно, а это будет хоть какое-то разнообразие, хоть чуть-чуть. Но большинство из вас скажут, что вы дебилы, что ли? А мы вам ответим: да! Ребята, еще чуть не забыли. Где-то вот здесь вот будут появляться по списку ваши комментарии, которые вы оставляли в предыдущих видео, где-то в позапрошлом влоге. Вот, как-то так. Еще не знаем, как их будем распределять, еще не знаем, какие именно будем комментарии вставлять, так что читать их мы не сможем, потому что видео будет монтироваться только завтра вечером. Вот, ну как-то так. О, вот этот комментарий понравился, вот этот прикольный, да, супер. По-любому понравится. Ну. Ребят, всем привет. Я только проснулась. Вы видите, да, мое лицо? Как я выгляжу? Спать охота так.
Сейчас я пойду умываться и собираться на работу. Ребят, всем доброе утро. Только проснулся, вот чайник поставил. Ну, и увидел, что какая-то у меня красная херня вылезла. Это я вот я вчера задел ее, она начала пухнуть. Ужас. Короче, мой день начинается. Спать охота, вообще жизнь. Сейчас буду чай пить, одеваться на работу и идти на работу. Вот. Ребят, я на работе. Дома я привела немножко свое лицо в порядок, потому что выглядело просто ужасно. Сейчас я даже снимать с утра не хотела. Но Нур предложил, может, типа, попробуешь снять. Теги. Сейчас мне нужно компьютер поработать немножко. Потом уже группу писать. Вот. Как-то так. Опять началось, ребят, эта фигня. Пишут комментарии в Ютубе, типа, иди на 3 буквы своим каналом. Идите вы в 5 букв. Я придумал, что с ними буду делать. Я не буду сидеть и придумывать какие-то гневные комментарии. Сидеть с ним, думать, какую-то войну устраивать, где ты будешь придумывать более оригинальный матный комментарий. Да ну нахер это все. Я просто буду банить. Вы представьте, какое у него будет удивление лет через 5, да, допустим, мы станем там. У нас будет интересное видео выпускаться. Он захочет на нас подписаться, а не сможет. Он даже посмотреть на нас не сможет. Даже забанен, блин. Вообще круто же. Ребят, что за фигня? Короче, я увидел, что вчерашний влог так и не загрузился на YouTube. Но он загрузился, но не обработался. У него обработка стоит на месте. То есть, это значит, косяк какой-то с... загрузкой видео вчера произошел. Потому что в один момент я... ну, мне пришлось свернуть YouTube, чтобы, короче, нужно было. И, видимо, загрузка на этот момент прервалась, хотя у них можно ставить загрузку на паузу, но я не знаю, почему так произошло. Сейчас буду пытаться решить эту проблему и надеюсь, что до 7 вечера я выложу все это. Вот, потому что, ну, блин, как-то неудобненько получилось, а? 30-минутное видео и... не загрузилась. Как-то так обидненько, что ли. А еще я понял, что МТС меня вообще жутко бесить начинает. И с каждым днем он все больше и больше бесит. Я думал, что, знаете, вот эта ненависть к МТС у меня пройдет после того, как мы вот эти все проблемы закроем. Но нет. Если раньше именно вот этот вот МТС бесил тем, что... ну, с вот этими проблемами, то есть... номер там не перенес, еще там долги какие-то, вот это все. Если раньше из-за этого бесило, то сейчас реклама с этим щелкунчиком Нагиевым, блин. Ну реально она везде. Вас это не бесит? Меня вообще раздражает это уже. Я заикаюсь и путаюсь, заговариваюсь, потому что я чуть-чуть ускорился. Я сегодня вышел на 5 минут позже из-за этого видео, потому что я реально минут 10, короче, сидел и понять не мог, почему она не загрузилась. Я зашел, чтобы отредактировать у него конечные заставки и подсказки вот вверху в правом экране всплывают всякие там. Рекомендуем блоги-влоги, рекомендуем новогодний конкурс. Зашел, чтобы вот это все редактировать, и в итоге увидел, что видео-то еще обрабатывается. Хотя обратно, хотя раньше обработка и загрузка у нас занимала, ну... 2 часа максимум. Не знаю, ребят, что с этим делать. Капец, короче. Сейчас буду... видимо, весь день потрачу на то, чтобы с телефона загрузить на работе видео. Потому что Wi-Fi там нет, придется грузить сотовую связь. Ладно, у меня безлимитка. Фух, слава богу, короче, видео загрузилось на YouTube. Когда я только его начал грузить сегодня на работе, показалось время в 24 часа. Я испугался. Думал, что все, капец.
Потом показал за 17, я уже чуть больше обрадовался. В итоге я еще чистил снег, выходил помогать. И все время, пока чистил снег, да, я в туалете записываю. Все время, пока чистил снег, часа 2, наверное, видео загружалось. И загрузилось только на 27%, потому что сеть не ловила. Потом я нашел место, где я ловит, и там уже минут за 20, наверное, загрузилось видео. Вот. Фух, слава богу, я уж начал переживать. А еще я сегодня узнал, что 29 числа у нас будет корпоратив новогодний. И я надеюсь, что до 7 часов вечера я освобожусь, чтобы провести прямой эфир, конкурс, как и обещали. Если не освобожусь, то я даже не знаю. Ребят, наверное, придется на 30 число перенести. Как-то так. Надеюсь, все, конечно, обойдется. Надеюсь. Вот. А сейчас пойду опять работать дальше. Над сайтом. Вот. Еще сейчас скоро будет обед, так что кушать. Курочку, курочку. В туалете записывать круто. Супер. Задайся. Спи нормально. Работенка у них. Это ужас, просто опасно. А он кайфует. Мы лопатами здесь кидали. А ему здесь просто побегать туда-сюда и потолкать эту машинку. Только, конечно, через забор перекидывает. Вернул. Ну вот. А у меня сейчас обед. Сейчас буду кушать курочку с картошечкой вчерашнюю. Угу. Всем приятного аппетита, кто будет кушать. Вот. В общем, обед прошел, я покушала. Сейчас начался тихий час. Сейчас моя коллега. В общем, я вспомнила то, что на компьютере, на моем ноутбуке есть несколько фильмов. Почему я только сейчас об этом додумалась, я не знаю. Я сейчас думаю посмотреть. Сейчас она посуду домой, и мы посмотрим фильм. Гринч, похитители Рождества, мы выбрали. Там еще другие есть, но этот интереснее. Его хоть миллион раз можно смотреть, он мне вообще нравится очень сильно. Если вам тоже нравится этот фильм, то поставьте лайк. Но именно старый фильм. Мне нравится. Сейчас вот я ее подожду, пока музыку послушаю. Блин, на улице опять снег идет. Кажись, опять завтра чистить будем. Пиздец. А еще я сегодня мандаринку взял на работу. Кушайте уже мандарины. Начали уже кушать мандарины. Новый год же все-таки. Мы вот уже неделю две, наверное, кушаем. Вот. Ребят, знаете что? Самое интересное, что в других садиках уже давно прошли как бы утренники, да? А у меня завтра значится. Я только сейчас узнала, что завтра, оказывается, в старшей группе утренник. Я думала, перенесли. Там просто... Нам отправили сообщение, то, что вот как будто бы, я так прочитала, я так поняла, то, что в субботу будто бы все три группы будут. В итоге мне сейчас говорят, нет, завтра же будет. Капец, у меня просто дар речи пропал. Я думала, в субботу, а это, оказывается, уже завтра. Мне страшно. Больше чего мне страшно из-за музыки, потому что вот этот вот центр, он пипец какой древний, он так тупит. Нажимаешь кнопку play, он надо 500 раз на него нажать, чтобы она нажалась, и включилась музыка. Фу. Тупица вообще. Тут даже кассеты еще можно вставлять, господи. К
нему даже флешку не подключить. Круто. Современный. Угу. 2018 год. Круто. Скоро я уже освобожусь. Где-то через полчаса, может, раньше. Сейчас была репетиция, так, со старшей группой. Не знаю, что получится. Завтра узнаю, как будет все. После работы мне нужно зайти в магазин. Купить кое-что. Вот. Ну, я хочу купить наклейки на окна. Клеют же там всякие снеговики, там Дед Мороз, вот это хочу. Сегодня будем украшать, кстати. И потом вам обязательно покажем. Ребят, на сегодня я все. Сейчас иду домой. Алия, наверное, еще не пришла. Вот. Как придет, будем украшать, наверное, уже квартиру. Потому что, ну, блин, я уже который раз это говорю, но пора бы уже, потому что, блин, новогоднее настроение хочется почувствовать. А так как мы дом-работа, я лично вообще не ощущаю настроение это. Вообще нет такого ощущения, что скоро будет Новый год, буквально через 4-5 дней. Как-то не особо все чувствуется. Алия, конечно, наверное, более-менее у нее там, считай, зал уже украшен, садик украшен. Да и она когда идет по городу, она видит украшения разные, там светящиеся окна и тому подобное. А у меня здесь что? У меня есть с одной стороны стройка. Вот. Блин, короче, вон там вот сбоку стройка идет. С другой стороны дорога, которая вечно с пробками. И все. Остальное ничего не меняется, только снег. Снега больше, снега меньше. Вот. Короче, я иду домой. Ребята, я все равно Алию, короче, встретил. Да, мы сейчас зашли, перекусили. Да, и мы... место, и сейчас мы идем в метро, чтобы поехать. Вообще-то мы на остановку идем. Да? Мы на автобусе поедем в тандем. А, потом мы на автобусе на остановку идем. Нам потому что нужно купить корм Нике. Угу. Там у него прям вообще кушать нечего, по-моему. Да, и... еще что-то нужно было, но мы, надеюсь, походу вспомнил. Если не вспомним, то вспомним дома. Обматерим друг друга и ляжем спать. Ребят, мы только зашли домой. Давай, покажись. А! Боже, какая грязная голова. На вонь туалета. Я сегодня пойду, так что... Я тоже. Мы, короче, сейчас только-только пришли домой, только сняли куртки, мы сейчас будем... мы сейчас чай, короче, попьем. Быстро украшаем зал. Ну, вообще, короче, квартиру вам показываем. И Алия идет в душ. Пока она будет в душе, я буду монтировать этот ролик. Влог. А когда я выйду, Инур пойдет в душ. Да. А когда я выйду... А я буду делать ногти. Да, когда я выйду, мы будем... Ну, ляжем спать. Дальше смотрите, короче, там еще... Короче, смотрите дальше, там можно смотреть дальше, там еще дальше будет влог. 25 лет, а тебе 20, тихо. В нашем возрасте люди уже вообще-то... Мне же не 40, а 20 всего лишь. Вообще-то в нашем возрасте... Вообще-то в нашем возрасте люди уже папы и мамы, а мы здесь такие видео-влоги, блин, на ютубе. Мы дураки, братица. Мы? Нет, они. Мы дураки. Алия сама сказала, что мы дураки. Да я понял. Она сказала, что... Ну, слишком рано, зачем портить себе жизнь? Да. Ну, не портить... Давай еще раз. Слишком рано... Слишком рано, не нужно заводить детей. Сначала до себя надо пожить, и вообще... место должно быть, куда ты принесешь его. Принесешь, так звучит. Я полностью с ней согласен. Смотрите дальше, короче. Дальше, наверное, будет интересней. Потому что сейчас фигня какая-то. В итоге, ребят, для украшения нашей квартиры, нашего комнаты, хотел сказать. В нашей квартире мы имеем одну гирлянду, если она называется гирляндой. Я ее называл всегда светящиеся лампочки, просто и все. Вторую гирлянду, пакет украшений. Мишура. Ну, здесь мишура. Игрушки есть. Игрушки? А кто-то говорил вчера, нету игрушек, нету. А где та штука?
штука? Не знаю. Короче, вот у нас есть мишура. И еще две вот такие вот наклеечки. На этот... На окна. Да. Вот. И... А еще у нас есть такая штука. А еще у нас есть какая-то штука. Ну, она такая вот приплюснутая, растягивающая, как... Такая, блин, не знаю, как шапка. И Алия даже сейчас не смотрит в камеру. Представьте, да, ребят? Какое-то неуважение. Ну, блин, где она? Я сейчас ее найду. Надеюсь, не видно, что наша люстра грязная. Да, я шучу. Короче, решили игрушки, которые Алия сказала, что их нет. На самом деле, она их съела вчерашней, но вы поняли. Мы решили повесить сюда. Вот эту гармошку мы решили повесить вдоль... Стенки. Вдоль стенки, да, точно, стенка. А еще вот тут есть фоточка. Вот. Будем сейчас украшать дальше. Гирляндой, короче, у нас получилось украсть вот так вот. Это, если кто-то не понимает, здесь вот... Окно. Ну, здесь, короче, где-то еще мой палец есть, он в темноте, но вы его, наверное, не видите. Это, короче, у нас вот этот вот балкон, это вот дверца от балкона. Вот здесь вот, короче, у нас окно. Вот здесь вот снизу стоит пианино. Вон там вот, кстати, у нас стоит самогонный аппарат. Вот чуть ниже вы можете увидеть... Короче, мы здесь выращиваем некие травы, так что можете вот их внизу увидеть. Да ладно, я шучу. Короче, Алия, можешь включить свет? Вот. В свету это все выглядит, конечно, вот так. Надеюсь, в отражении не видно мою пузико. Пузико. Вот, короче, как-то так. Конечный вариант выглядит у нас вот так вот. Это у нас первая гирлянда. Здесь у нас здесь шкаф. И вот наша вторая гирлянда. Она прячется за вот такими занавесками. Это наша спальня. Я не буду кровать показывать. Вот. А это наша Ника. Привет всем! Вот, короче, как-то мы ее вот так вот за крючочки повесили, и вроде как прикольно все выглядит. Новогоднее настроение хотя бы появляется, хоть чуть-чуть, и вот как у нас все это выглядит. Совсем немножко украсили гардероб, ну как гардероб, вешалку, совсем-совсем чуть-чуть. И кухоньку. Ну, здесь уж так. Потому что особо у нас немного всяких украшений. Поэтому не будем полностью весь дом раскрашивать. Во всем. Вот. Алия еще сейчас хочет, короче, снежинки всякие вырезать и на окна клеить. Я не знаю, мне эта затея, конечно, кажется не очень хорошей, потому что... Да не знаю, мне кажется, вырезать все это, зачем это надо? Алие нравится, Алия будет вырезать снежинки. Ей же мало того, что она на работе сидит, вырезает снежинки, да? Короче, ребят, нам осталось совсем чуть-чуть. Чуть позже покажем вам еще. Ребят, мы закончили украшать. Вот то, что мы приклеили на окна. Отсюда это вот так выглядит. Пока что красиво. Сейчас пойдем на кухню. Вот то, что на кухне получилось. И я отрывание. И я. Вот эту снежинку и эту вырезал. А что ты пальцем на экран-то показываешь? Вот эту и эту вырезал Эльнур. Вообще красивые. Я так не умею. Да я просто дырок побольше наделал. Ребята, на сегодня наш влог заканчивается, потому что мне еще нужно будет монтировать, еще сходить в душ, покушать, приготовить кушать, ну и тому подобное. Вы сами знаете, чем мы занимаемся по вечерам. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Если мне тебе понравилось, обязательно оцени это видео, поставь лайк или дизлайк, там уже как тебе понравится. Обязательно подпиши на нас, если мы тебя заинтересовали, если ты хочешь видеть нас каждый день. А ты это сможешь сделать, потому что наши влоги выходят каждый день в 7 часов вечера по Москве, за исключением воскресенья. Вот. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока!